приветов, сам Мигас. Ну что, с крафтом вроде покончено. Время выдвигаться все-таки в сторону убежища 95. А то помрет еще Варвара в страшных ломках. Так, на ядерный блочело вставить, потому что я пойду туда. Блять, естественно, вставляется блок питания, сука, нихуя не на Е. Сейчас разберемся. Сейчас. Бойся преступность, Рыбакоп уже одевается. Подождите. Сука, твою мать, как же он, блять, работает. А, ядерный блок. Заряд 18 из 100. А здесь-то сколько? 22 из 100. А можно, блядь, сразу несколько туда скинуть? Интересно. Хуй там, да? Естественно, блядь. А как узнать, когда он сядет, блин? Ай, хуй его поймешь. Давай, поехали. Завидую, Варвара. Тебе-то мы такую бронь не скоро... Варвара. Варвара. Обиделась, наверное, блядь. Ну, попадется. Я, в принципе, помню, что где-то, блядь, была... была еще одна такая бронь. Где-то, по-моему, вот у этого, у федерального продовольственного склада, по-моему. Кстати, а что-то он не зачищенный. Я что там не ходил, что ли? Или у Форта Хаген где-то здесь вот броня еще одна. Но, сука, я не буду на ней ее чинить. Задолбаешься, говорят. Варвар-то, бля, постоянно с голой пролетарской грудью на врага мчится, блин. Наступает на мины, ловит гранаты. Там, блядь, с нее эту броню снимут быстрее, чем, блядь, трусы с проститутки. И ходи потом, чини ее тут каждый раз гаечным ключом. Нахрен оно надо. Я и дал костюм Келлога, пусть в нем танкует. В нашей команде хватит одного Рыбакопа, я думаю. Это, как его там, космического спасателя, лейтенанта Джити Марша, ё-моё. Был такой мульт, помню, где вот люди примерно в такие костюмы залезали. Я это все говорю, потому что мне лень вырезать загрузку лишний раз. Ох ты, а где это? А что это такое? А, это второй выход. Из туннеля. Ну, тут патроны есть. Крышки. Чудо-клей даже. Гуль что-то клеить пытался, что ли? Тоннель Майк Спайс. Какой Майк Спайс в натуре? А, Майк Спайк. Моя версия лучше. Варвара, двинь свою корыто. Корму. По-моему, я тут был, нет? У Гулей снова крышки появились, пока, причем у мертвых. Кастет я не могу использовать, к сожалению. Так, это яйца болотника, да? Мозгогриб. У болотника другие яйца. Ну вот он, прекрасный утренний рассвет. Видимо, время... Что это было, блядь? Видимо, время еще раннее, да? Бля, как тут ходить? А, во. Чтобы автоматом пошел. А, я здесь с собакой был. С собакой по следу Келлога ходил в натуре. Так, а сейчас мне куда идти? А, сейчас я все правильно иду. Болото Forest Grove, вот там я был. Вот здесь где-то, да-да-да. Костюм можно найти для Варвары, но это нахуй не надо. Болото Forest Grove я, видимо, так и не зачистил. А теперь мне надо идти по мосту, да? Я правильно понимаю? Я сомневаюсь, что можно плавать в силовой броне. Нырять можно, плавать нельзя. Это, я так понимаю, рейдер, конечно, тоже еще. Сейчас я к нему подкрадусь. По стелсу не получилось, да? Предупредительный воздух. Так, собака, собака. Ну, собака заебется силовую броню. С чудо-клеем. Собака задолбается грызть силовую броню, я думаю. Штык-нож долбосит, по-моему, круче, чем силовой кастет, что вообще не может не радовать. Четкий выстрел мимо кассы. Отлично, у меня дамаг у ружья, блядь, 70. А оно вообще урона не наносит. Мне кажется, эту пушку надо носить только ради, блядь, штык-ножа, который просто вваливает. Хорошо, что какие-то ошметки ее упали на мост, и мне не надо прыгать за ней, чтобы залутать. По-моему, этот скелет смеется надо мной, по-моему, он жив. Виски. Пей свою. Виски короткий, гладкостоль, ничего интересного. Сука, и чё, я зря на мост, что ли, пошел? Ну, вообще классно.
Варя, иди показывай, где твое убежище боссаное. Те, что надо, не мне. Моста нет, короче, блядь. Вплавь, что ли, тебе? Это вообще как? Бред собачий. Варвара там с кем-то воюет. Вот можете насладиться моей свежепокрашенной броней с ржавыми ногами. Ржавые валенки у силовой брони. Это такой этот... Олдфажный имперский штурмовик проживел немножко. Я помню, в каком-то Вегасе, да, была миссия, где нырять... Ты кто так из лазера мочит? В Вегасе была миссия, где нырять заставляли. Да это ж синты, ёпта, а что они там делают? В Яугая стреляют. Сука, браконьеры ебучие. Втроем такой залп ему выдают. А что они там? У них там вон какая-то... Берлога какая-то голимая. Но поскольку тут реально не пройти, блядь, придется обходить, а обойти-то этого водоем-то этот. Да, это река, ёптать. Ну тут мост вот есть, может, по мосту можно. Ой, ёба. Сука, как на карте все просто казалось, а? Просто идешь и идешь и приходишь. Хрен плавал, блядь. А, вот я вижу батарею, у меня 20 батарей осталось. Эй, синты, мазафаки, ловите, ёптать. Следопыт, сука. Ну давай следопыту в жбанчик-то. Попадос, смотри. Он мутировал, сука. Ну ладно, тогда критически врыло. Отлично, готов. Сейчас, еще одно. Ну, в башку, наверное, вообще не попадет никогда в жизни, да? Ну ясное дело, блядь. Наши победили. Куда поплыл-то? Подожди. Лутать-то кого буду? Так. Чё не хиляется-то ничего? Я уже думал, у меня стимуляторы кончились. Институтский пистолет. Балуешься, что ли? Мусорщика завалили. Леопардовая бандана. Модный какой был. О, тут, да тут спать можно было, сука. О, шашлычок у него с собой был. Наверное, тут, я понял, мусорщики пришли на шашлыки, и тут их, сука, почикали синты. Ярые ненавистники шашлыков и животных. Городкоствольный. Йогай-то ушел хоть? Так, а вот, вытирая, в позе вытирающего жопу, блядь, замер их лидер. Легендарный синт. Силовая. Кожаная броня для левой руки. ОД восстанавливается быстрее. По-моему, у меня есть какая-то там крутая броня для левой руки. Какая из них, сука, для левой? Это армейская для правой. Мужественническая броня для пр. Укрепленная для левой. Плюс один к силе и выносливости. А здесь что? Да моя круче, блядь, два раза. Сука, говно, лут штыком в очко, блядь, за это. Оштрафован. В следующий раз что-нибудь получше притаскивай. Мразь. Так, батарейки. Батарейки при ходьбе-то тратятся или только когда я урон получаю? Или мой фонарик? Надо фонарик прокачать, чтобы поярче светило. Тут что-то вообще светит, как, блядь. Усадьба вестингов каких-то. Ну, сразу видно, что вестинги были нищеброды, потому что, блядь, усадьба дыра какая-то. Бейсбольная перчатка. Изолента. Пустая масленка. Соединительный пруд. Пиво Гвинет домашнее. Угу. О, антифризик, бафут. Патрончики, гаечный ключ. Чё? Комбинированный ключ нахер надо. Ох ты, ебать мой хуй, а это что такое? А, бежим в пизду. Она тоже испугалась, видимо, и скрылась. А, это болотники, вот же яйца болотники. Смотрите, опа. Ой. Я не трогал, мамой клянусь. Что случилось, а, о.
А, да я их уже валил там, слушай, пачками. Чё, слушай, кто? А, маленький выблюдок, смотри. Я убью детеныша у них на глазах, чтобы это дико деморализовало. Что-то падла, ему похуй. Давай, мочи его, Варвара. С двух сторон, в два смычка, давай. Мясо болотника с мягким панцирем, мясо обычного болотника. Мясистый болотник, смотри, два вида мяса, бля. В одном, ну правильно, булки, наверное, бля. Левая полужопия мягкая, второе обычное, да? А ты какого мочканула? Обычного? С будильником зато. Виброболотник с будильником. Это по-богатому. Но я смотрю, что радиации тут либо нету, либо в силовой броне мне она ни по чем. А копыта у моей брони и так ржавые, поэтому можно и ходить. Бейсбольная перчатка, бейсбольный мяч. А, так, что тут? Удивительно, как человека в силовой... Как человека в силовой броне вообще выдерживает этот мостик. Слушайте, у этой винтовки урон, в принципе, вот неплохой. Но... Я вот стреляю и просто... Вижу, что меня наебали, и урон у нее вообще говенный. Попробуем, может, из лазера его жахнуть. С этого лазера, конечно, надо снять прицел, потому что он бесит, блядь. Вот эти снайперские прицелы, они, в принципе, в этой игре вообще не нужны. И мало того, они, блядь, с таким переходом уебанским сделаны, вот этот, на секунду, когда он моргает, это вообще, блядь, кинетически продвинутый. У меня, по-моему, что-то получше пистолетик-то был, это что за говно вообще? Вот, нет. Я же находил с какими-то эффектами, бля, не? Или что, меня глючит? О, боеприпасов. Мало боеприпасов. Спрашиваю, что я не стреляю из этой пушки. Да из нее, бля, пукнуть два раза и кончится. Бейсбольная карточка с автографом. Ну, охуеть. Не... Ой, смотри, ты что-то дало, что ли? Чей автограф-то? Мэтт Мурток. Ну, наверное, возьмем, я хуй его знает. Впервые вижу такую вещь, как бейсбольная карточка с автографом в этой игре. Еще никогда не сталкивался. Металлическое ведро. Че это было? Смотрите, я как будто крестиком управляю. Я хожу, а там как будто вода двигается. О! Бля, это я удачно ёбнулся, я бы никогда не увидел журнал «Несокрушимые». Вероятность того, что вражеская атака не нанесет урона, выше на 1%. То есть у меня уже... смотри, там Аквамен нарисован. У меня уже такой журнал есть, то есть 2%, что я урона не получу, что ли? Ну, это мощный апгрейд, мощнейший вообще гаджет, ёптать. Так. Сука, синтемир... Бля, вообще... Синтами разобрались, совсем разобрались. Все, идем дальше, давай. Нас ждут великие дела, нас ждут крутые приключения. Естественно, что ходьба, блядь, очень медленная даже в этом костюме. Выносливость улетает просто вообще, не знаю, в лед. Так, мы идем вдоль берега и ищем что? А, ищем мост. Я думаю, что все-таки... Хоть вода тут и не радиоактивная, но можно утонуть, наверное, не знаю. Соблюдаем приличие. Чего? Ой, ёптать, еще один. За родителей мстить идет, наверное. Бессмысленное насилие. Так, и тут я вижу, супермутанты обосновались. Причем вот это исламист. Надо было ждать, подождать, пока не кучнее. Ух ты, блядь. Пока не кучнее соберутся. Так, там, сука, снайпер у них, значит. Какой-то, бля, хуёвый снайпер, правда. Стреляет, бля, как моя бабушка. А, это еще и бестия, ёптать. Слышь, ебестия, ты... Ох ты нахуй, ты посмотри, вот гнида ты какая. А, это еще какой-то подбежал. Нормально, начался замес. Какая скорострельность все-таки заебательская у этого лазера.
А у лазера дальности туда достать, видимо, не хватает, я не знаю. Бля, вот это вот пулемет Максим, слышишь? Переносной, долбосит их вообще. Что не выстрел, то такой шмат жизни отлетает. Пушка, огонь вообще. Наверное, лучший мой ствол пока что за всю игру. А тут, мне кажется, можно миниган найти. А, они уже его сняли. Миниган оторвали, гады. Бутылка виски. А, ключ от камеры в тюрьме береговой охраны. Нихуя себе. Заебенчик. Фуражка. Фуражка чё? Берегового охранника. Обойдусь. Чё-то у меня это очищенной воды. Может, её уже пора, блядь, между вместо аптечек поставить. Очищенная вода 28 в натуре. Она, правда, не так хорошо лечит. Пирс береговой охраны. Значит, камера тоже где-то здесь. Но я так понимаю, все, что здесь закрыто на ключ, можно взломать. Что это такое за звук? Он стреляет после смерти. Форма для кекса. Для секса она. А, форма для выпечки. Я думал, одежда. Фуражка берегового охранника. Да нахрен надо. Психо. Бля, ну надолго этот бесячий звук завис? Тут ничего. Оружейный верстак. Коробка. Red X. 5 шпилька. 5 шпилька. Варвара, тебе надо 5 шпилька? Или ты перебьешься? Даже не знаю. Закрыто? Открыто. Я для прикола закрыл. А здесь что? Турель где-то что ли есть? Вообще терминал уже взломанный, значит нихера тут нету. А, управление дверью. Это не от этой двери мне ключ тогда нужен был, получается. Спасательный круган. Вообще тема. Наверное, крафтится из него что-то. О! Потрясающе крутые истории. Урон при стрельбе из оружия с оптическим прицелом на 5% выше. Шикардос. Правда, у меня из оптического прицела только снайперка. О, мы видим, что этот зэк до последнего наслаждался жизнью. Очень довольная у него морда. Терминал. Очень сложный. У меня аж ключ. А, ну приступим. Сложные замки здесь простенько, кстати, открываются. Потому что, что ни слово, то совпадение, блядь. Вон, три совпадения. Deterrent. Три совпадения. Вон, смотрите, раз совпадение. Нету. Раз совпадение. Два. Deterrent. Ни одного. Волонтер. Раз совпадение. Так, сейчас. Они простые, но никто не сказал, что, блядь, они быстро взламываются. Да ладно. По-моему, блядь, что-то тут нахуй не работает. Да, это какой-то хуёвый пароль, надо новый взять. Блядь, он какой-то был неправильный, нихуя. О, сразу ноль, заебись. Ладно, в пизду. Дедовским способом. Все равно это, блядь, самое уёбищное, что есть в этой игре, это, блядь, взломать нахуй компы эти ебучие. По-моему, блядь, нет ни одного человека, который считает, что это, блядь, пиздато.
Как бы нет такого, блядь, что ты в жизни куда-то подходишь, тебе говорят, угадай вариант пароля, блядь, тебе говорят, введи, ёптать. Не знаешь, пошел нахуй. А тут какое-то, блядь, такое хакерство включается, не въебаться. О, вообще заебись, 0-0, блядь. О, с восьмого раза, с первого раза, блядь, с первой попытки открыл это говно. Так, блядь, лень сидеть, эти буквы подбирать, нахуй оно надо. Уже, блядь, за 25 частей пора было какой-нибудь интересный взлом придумать. С патронником. Чуть короткий гладкоствольный с патронником. А, говнище. Тем более, если сравнить, блядь, взлом замков, который в 100 раз проще, блядь. И хакерство это ублюдское, унылое. Вот, а прокачка у них на одинаковая. Что это на прокаче, что это. Ёб твою мать, сколько. И зачем береговой охране столько бафу-то, блядь. И патронов, они тут. Как будто это, сука, самые, бля, мощные борцы с преступностью в мире. Это береговые охранники, ёптать. Сложный сейф. Вот так вот, блядь, сложный сейф. Сравните со сложным взломом компа, да? Это ж пиздец. Охереть, все нужное. А это легкий. Ну, этот, наверное, насрали, значит, сейф. Насрали и закрыли. Yes. Ну, изолента, импульсный косторез какой-то, блядь. Ну, импульсная охрана. Это, блядь, береговая охрана без костореза. Это ж вообще... О! Я, кстати, видел вот эту тему. А вот теперь на Е он нормально поднялся. Как его покрутить-то? Походу никак. А теперь он опять... А, надо убрать, чтобы... Понятно, чтобы... Да пиздец, чё за хуйня? Только что работала. О, снова починился. Волшебное слово надо было сказать. Ну ты, бля, можешь его поставить? Заткнись, Кейт, я занят. Я хочу изъебнуться и тоже сделать что-нибудь. Блять, крутое, сука, с этим куском дерьма. Ты можешь, блять, его. Сука, как он бесит, а. Как, не может объяснить, блять, на какую кнопку его вращать? Может, стрелочками? Да, хуелочками. Ну, так его подходишь, и об заборчик, бля, вращаешь, как тебе надо. О! Ай, пошел нахуй, короче, слышь. Где у меня какой-нибудь? Отойди, дура! Ща рванет в пизду. Хотел запустить, но нихуя не понял, как это говно работает. Так, а здесь что? Средний. Все позапирала береговая охрана перед тем, как кануть, блядь, в небытие. Исполнили свой долг до последнего. Что это было-то? Береговая охрана чего, пухла, что ли, вообще? Канистра, блядь. Верстак для создания брони. Здесь что, очередная... Как это сказать, территория, которую можно захватить и править. И крафтить тут. Очень на это похоже. После зачистки всякое ее мне должна отдать, нет? Как и Red Rocket. Че тут такое? Нахрена вот я ключ от камеры взял? Если тут нету никакой запертой камеры. А, в подвале, наверное. Блять, это и был подвал. Да. О. Эдди Уинтера.
Вообще не понял, нахер я только что это слушал. Отпуск какой-то, блядь, еще какое-то говно. Да, ёб твою мать. Еще и 9 частей вот этих интереснейших. Бредозаписей. Обязательно найду все и послушаю, блядь. Не брошу эту игру, пока не узнаю, чем кончилась эта душещипательная история, бля. Вообще отлично. А, еще выше можно залезть, я уже думал, все. О, вон тут что, а? Смотри. Лазерный карабин, вот так-то, поняли? Ни херня собачья какая-нибудь, лазерный. Карабин профессиональный, а, перфорированный. Вместительная О, нихуёво. Прости, господи. Вместительная затененная металлическая броня. Для какой руки-то, ёпта, ты, может, напишешь? Для левой ноги. Хуяси. А у меня что, на левую ногу одета? Левой руки. Для правой ноги. Для левой ноги. А вот она как. Плюс один к силе и выносливости. Да ёб твою мать. Блять, так жалко. 10 защиты давала все-таки. Хрен бы с ней. Ладно, а оружие это мое. Че у меня там? Снайпер какая-то вроде новая, не? Мое оружие. Укрепленный штурмовой нет. Вот моя снайперка. 55. Если 251 цена, ептать. 152 цена. Я не знаю, бля, сука, как они определяют цену. Наверное, бля, наугад, наверное, ставят. Где мой перфорированный? Опа. Перфор. Перфорированный, вот он. Это у него, что ли, 76, да? У него. Следопытский. Подожди. Следопытский надо сбросить, нахуй, это перевес опять сейчас начнутся. Следопытский. А, ну иди подбери, что ты же любишь говно собирать. Вишневая ядерка. Кисти левой кости. Я просто торговца в этой игре очень редко вижу, чтобы ему что-то продавать. Не хочу начинать, блин, эту извечную торговлю, блядь, оружием в этих играх. Она уже заебла. После того, как мне в сталкере, как меня в сталкере монолит, блядь, со стыдом засыпал деньгами, нахуй, я понял, что я играю как-то неправильно в эти игры. Сука, где этот сейф был, на котором голозапись лежала? Я в сталкере тоже, как ебанько, носил эти самолеты, эти автоматы продавать всем барыгам. Как найду что-нибудь сразу, рюкзак и на продажу, ёптать. С перегрузом там бежишь на базу продать это говнецо. Накопить там на какую-нибудь броньку, что в середине игры уже топовую броню взять там нахрен. Это, блядь. В итоге все равно в этих играх лучшие вещи ты не покупаешь, а находишь где-либо. Поэтому торговля в этих играх, она абсолютно мертвая, неправильная и, в общем-то, ненужная вещь. Этим все игры грешат. Все, во всех играх она неправильно сделала. Кроме, конечно, первого Dragon Age, где самые крутые пушки продавались, по-моему, всегда. Там нож, помню, шип розы назывался. У гномов в городе продавался за нереальное количество серебра. Крутой магический посох. Ебать, мой хуй, нет, пожалуйста, нет. Я жив. Грязная фуражка почтальона, отлично. Кто-то фуражку тут спрятал и заминировал, ну ты посмотри. Вот, посох там у магов где-то крутой продавался. Короче, тоже надо было покупать. Ну, только не говори, что... О! Это что происходит? Не видно, ёпта. Блять! Распахнули свою хуидристику здесь. О, еще какой-то город, смотрите. Вертушка села или улетела, нихуя не понимаю. А, паром тут есть. Да ну вы заебали меня, господи. Сука рваная, блядь. Где там это? Чищ.
конченая хуета. Консервированное мясо. Пустая банка. Консервированное мясо. Это интересно. Я еще не видел в этой игре консервированного мяса. Чтоб помер, блядь, тот, кто здесь жил. Я думаю, он и так сдох давно. Но, сука, дело его живет, блядь. Номинировал тут тварь. Там лесенка на крыше, я смотрю, такая беспалевная. Там, наверное, артефакт спрятан какой-то. Радио Тауэр. Да, заебись. Тауэр Сит какой-то. Да, сучка. Радиоволна владыки Ситха надо поймать. Может, помощь нужна со звездой смерти. А чё за хуйня? Написали, что есть какая-то, ничего нету. Шах и мат, хуй тебе в нос, ёптать. Это я заметил. Чё-то там эти летают, кружат, но это не братство стали, по-моему, это какие-то. Блядь. Заебали эти взломы уже, если честно. Раньше Кейт это нравилось, но теперь ей это похуй. Ей тоже надоело, видимо, смотреть, как я взламываю все это. Это не ящичек разве был? Его не зал... нельзя залутать. Чё-то спиздило уже, бегает тут. Бутылка с антифризом, отлично вообще. О! О-во, дед тут что-то заночковал, смотри. Ага, бабушкин сейф, блядь. Опять взлом, сука. Как мне нахуй надоел, блядь, уже. Серьезно уже заебало. Ну нельзя же, блядь, все подряд закрывать в этой игре. В каждой локации. Что это такое? Гладкоствольный пистолет с патронником. Это что за шумный сверчок? Сука, какая-то. Патрон дробовика, патрон... Патрон... О-о-о! Вот этот дед тут, бля, хуячил, наверное, не знаю. Яростно, видать, на медведя охотился, сука, с ракетницей. Так, а как туда попасть-то? Ага, прыгнуть, наверное, да? Ну, чё дед припрятал? Патрон, патрон. О, креамина, нихуя себе. Позолоченная зажигалка, давай. Кинетически калиброванный усиленный пистолет. Да, может, неплохая пушка, но уже нахрен не актуально. Тайник с крышками и винт. Баловался дедушка, баловался. Подушка с соломой. Дед-то булавник был, походу, тут. Так, здесь бензоль, кстати, разлит. Поджечь нельзя, интересно. Сука, дед заебал уже. Отморозок с вонючим. Нравится ей тут, как тут тихо. Сейчас Годзилла какая-нибудь вынырнет, мы же на берегу. О, ядеркола, ништяк, собачьи консервы. Сами жрите, блядь. Макароны. Варвара, макароны будешь тут? Чипсы, Принглс, походу. Нахуй. Блядь, зубы портятся и, блядь, жопа жареет. О, что я нашел, смотри тут. Номинировал гандон старый, а. Сразу две. Чтобы мне тут наверняка жопу оторвало. Довоенное баблицо. Чудо-клей. Молоток. Дешевый чудо-клей. Да мне любой. Для крафта пойдет. Дешевый, бесплатный, блядь. Сука, вверх-вниз в этой броне, смотрю, вообще еле голову поднимает. На шею, наверное, нагрузка нереально. Водка. Виски. Коробка сигар. Жировал, смотрю, тут, бля, кто-то. Это что такое? Руководство по выживанию в пустоши? Вот это? Радиоактивная пища и напитки в упаковке восстанавливают здоровье на 50% эффективнее! Нихуя себе! А, радиоактив... А, ну они все радиоактивные. Ебать. А вы говорите. Не лечись этим радиоактивным говном. Сюда все, бля, я передумал. Буду все, бля, жрать, лечиться. Собачьи консервы, ну вряд ли они, сука, радиоактивны, конечно. На 50% эффективнее, нихуя себе. Вот это, наверное, самое пока что самый толковый журнал. Кейт пошла посмотреть на мину поближе, блядь. Чё это там тикает, наверное, да?
Это что было-то? Как будто рояль упал. Ух ты, дед. Твои что ли тут? Закоротила? Ты синт, что ли? Припугнуть. Да-да, у меня вид-то дружелюбный, ёптать. Я бы в такого сразу выстрелил. А, так она синт. Вроде тебя не было на собраниях. Я не думаю, что она машина, она походу просто, блядь, с приветом. Чё это у нее на руке одета? Сетка рабица, что ли, намотан? Да, бля, броня от бога. Опусти оружие. О, убеждение впервые сработало. Ready to get out of here before they make me hurt you? I don't want any trouble. I'm leaving. Glad to see you don't have a death wish. Now, get out of here. На больше у меня не хватило. Их не хватило, блядь, харизмы, походу. Оружейный верстачело. Требуется терминал. Но я так понимаю, она не против, если я хакну здесь. Чего? Расписание чего? Туров? Я думал, трупов. Сейчас посмотрим, что не так с этой курицей. Патрон, 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 двойные деньги. Ничего такого суперинтересного здесь нету. Может, если я ментантов зажую, она захочет мне квест какой-нибудь дать. Ментанты. Интеллект восприятия. А чё, они не дают, что ли, харизму? Виноградные ментанты дают. Ёб твою мать, а если не поможет? Загружусь, чтобы не тратить апельсиновые. А, все. Если сразу с ней не поговорить, а потом вообще будет не поговорить. Хуйня какая-то. Дурацкий персонаж сразу видно было. Да ёб твою мать. Кейт что-то, блядь, на жизнь жалуется, ё-моё. Чё тебе не нравится-то? Идем уже тебя лечить, идем. Это что за уроды? А что это он белый? Легендарный, что ли? Белый, просто белый. Просто жить надоело, походу. Убью вожака, остальные сдадутся. Мясо. И пердохранитель давай из очка у него вытащим. Причем, сука, я же вас не трогал, уроды. Какие, блядь, ротолени тут воинственные в этой игре, просто пиздец. 18 батарей. Слушайте, в этой броне можно походу бегать и бегать с ней. Она вообще не, почти не разряжается. Вопрос не в этом, вопрос в том, сука, где мост-то перейти через дорогу, через воду. А. Внимание. Чё внимание-то? Сомневаюсь, что тут кто-то живет. Да ёб твою мать. Sweet. Фотонный, блядь. А урон как у дерьмомета обычного. Мясо дутня. Чемодане что-то еще закрыли.
Патроны Так, на. взять. О, выстиранное голубое платье. Обалдеть. В силовой броне, в принципе, можно и в платье лазить, наверное. Потому что можно джакет взять. Опа. Что случилось? Я все запрыгнуло, что-то. Вспышка как будто какая-то произошла. Неужели тот ребенок, который здесь жил, не прятал здесь журнал с порнухой, ну? Где-то журнальчик-то должен быть. Вертолет-то что-то бомбит. Винтокрыл, его сбить можно, нихуя себе. Только может там наши летают. В смысле, как наши? Ну, братство Сталина, например. Вон, я вижу, как пройти по кораблям. И там еще винтокрыл. А, вон и база военная какая-то. Понятно, и тут базу дефят. Но из пулемета я, наверное, из этого вряд ли винтокрыл смогу сбить. То лучше не нарываться, наверное. Хотя хуй его знает, дамаг-то у меня нормальный. И много вертолетов осталось на ходу в этой части. Потому что я вижу какой-то раритетного моба вертолета. Остролапый. Ногу повредил мне петух, сука. Легендарный болотник Смертолап. А, смертолапый болотник. Сука, так жалко на него патроны тратить нормальные. Мутировал. Прости, Кейт. Мир жесток, кому-то надо помереть. Что-то мне кажется, что я, сука, не в самой лучшей позиции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, оторвал ногу. Ёб твою мать. Патроны на него лень тратить. А пиздюлей не лень получить от него? Так, где мои эти все? О, жареный йогай. Ну-ну. Где все это радиоактивное это, которое лечит меня теперь заебись? О. Креолятор пошел. Ну, дамаг креолятора просто, бля, вызывает восхищение. Сука, болотник, блядь. Вообще охуевший какой-то. Типок, блядь. Ядерный блок удален. Все, в бою ядерный блок сразу сел, да? Сразу подвел меня, сука, при первой возможности, мудак. У меня патрон. А, победили, наши победили. Хитроумная броня, блядь. Это что такое? Плюс один к ловкости и восприятию для левой ноги. Отлично. А, я помираю. Вообще классно. Помощь. Где у меня там ядеркола? Она точно радиоактивна. А, шашлык из игуаны. Сука, ничего, эти болотники на меня наехали, а? Чё с костюмом-то? Нормально. Ляжки одной не хватает, а так жить можно. Сука, бля. Я бы мог поручать это Кейт, но она очень долго будет взламывать. У нее вообще взлом какой-то, блядь.
А, полгода сидит там, ковыряется. Еще и отмычки ломает попутно. То есть легкие замки — это все, что она может, по сути. Патрон, 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 осколочная мина. 27, говна. Лучше бы тут день ссаный матрас лежал, чтобы спать нужно было. Кстати, охотничий карабинчик-то вот, неплохо так по болотнику-то всаживал. Так, я пойду посмотрю, что за шмотку подобрал. Херня, у меня на эту же ногу одета броня, которая похуже, но дает плюс к силе. А сила дает переносимый вес, а вот что ловкость дает. Заебись. Плавать можно. Ёб твою мать! Ты чё еще за пиздец вылез нахуй? Как он? Как он меня догнал-то? Я ж далеко. Так, сейчас походу будет пиздец, какая битва нахуй. Где? Где психа, блядь? Все, пиздец. Медикс где? А похеру. Свинина с бабами он. Варвара сразу решила утонуть лучше, блядь, да, чем драться. Ты подожди-ка, гнида, блядь. Я сейчас буду лежа с ними воевать. Сука, я не успел полечиться даже. Мрази, блядь, напали, сука, из засады, гнида, бля. Король болотников, нихуя себе. Я такого видел в зоологическом музее, блядь. Это Молох называется. Ну, правда, он поменьше, раз 15. Ну, хуй. Это, конец света мутировал, наверное. Ах, блядь. Опа. Где психа-то это ебаная? Давай, король болотников, ёптать. Вафельников ты сейчас король будешь. Где он? А, вот он. А второй тоже тут король болотников или этот зам короля, блядь, наверное? А, принц. Принц, наверное. Сука, зам короля, блядь. Ой, ёб твою мать. Очки здоровья. Сука, они, походу, гамма-пушкой в меня стреляют. О, крит, жбан, братан, давай его, сука, стреляй, пока лежит. Ты чё, мудак, блядь, совсем косой, что ли? Ёб твою мать. Я застрял, нахуй, где-то. О, спасибо, блядь, подтолкнули. Заебал этот, блядь, своей брони осел. Он реально нахуй где-то застрял. Ебанат, блядь, натрия. Сука, дебилоид, блядь. А это что такое? Человек-паук? Я в ахуе, блядь, как это силовое. Бля, вообще. Ну и место выбрали, чтобы с ними драться. Просто говенное. Я же, блядь, из принципа сейчас заебашу тварей, блядь. Где моя нормальная пушка, блядь? Да, крит, конечно, надо делать из ружья, из этого крит галимый. Так, пиздец. Предмет помощи. А... Где это, блядь? Давай, сука, блядь. Заебётесь меня сейчас убивать, твари. Я еще, блядь, не... Сука, кину, блядь. Огниво нахер сюда, сука, чтобы, сука, жарили, сука. Отлично, ёптать. Как, блядь, даже под ядерной эколой? Пиздец полный. И ко дну пошел, бля, хуев, бля. Чапаев, сука, сраный. Да что за хуйня-то здесь происходит? Надо еще круче пушку брать, понятно, ёптать. Предмет помощь. Так, сейчас, сейчас, блядь, сейчас порву их, нахуй. Медикс. Психо. Я, блядь, где вы, суки, нахуй? Иди сюда, бля, мрази. Ну чё? Ну я же жду, блядь. Где мразь хоть одна? Они увидели, что я, блядь, обширялся грамотно и зассали, походу.
Вообще ему похуй, да, что я в него стреляю? Очередной, блядь, легендарный болотник вместо них, что ли, вылез? Чё за говно-то? О, отлично. Чё-то мне кажется, что с них лазерные выстрелы отлетают нахер. Ой, блядь. Что, Варвару пизданули вообще. Вообще по-дерзкому. Ну, криту его нахуй. О! Чё это было? Помощь. О, пакетос крови, давай. Столько патронов на тебя, мразь, ушло. Счастливый боевой дробовик. Удвоение урона от критических попаданий, повышение скорости заполнения индикатора критической атаки. Чё за хуйня? Насрать, блядь. Охуенный, видимо, дробовик берем. Второй шар. Так, ну-ка нахуй. Сука, я не понял, где короли болотников-то, бля? А это вон он. Это даже, блядь, не легендарный моб, это обычный, вообще, прикиньте. Да ну нахуй. Что-то я передумал с вами драться, бля, в пизду. Какие-то вообще безумные, блядь. А, на нахер. Хорошо, хоть косы стреляют. О, заполняется вот это вообще, блядь, шикарно, сука. Ща, помощь, сейчас. Что-то у меня есть. Виски, хуйня, вишневое ядеркола. Готовый завтрак. И чё, блядь, за лечение такое? Медленное какое-то, блядь. На выстрел с дробовика все ОД уходит, короче, вообще наглухо. Бля, поражаюсь просто, вообще, чё за мобы такие дикие, нахуй надо. Ну-ка, погоди-ка, гнида, бля. Два выстрела мимо, и хуй, блядь, они заполнение критической шкалы, блядь. По-моему, мне пиздец. Да. Ебануться, блядь. Что за пиздец вообще? Как с ними драться-то, блядь? Ебать вообще. С них, наверное... Да, то с них, блядь, кроме мяса ничего не падает. Пошли они нахуй, короче, уроды эти, блядь. Сука, убогие уроды. Бля, прям в силовой броне прямо жопу рвут, блядь. Это просто вообще нахуй ни в какие, блядь, калитки не пролезут. Она чё, блядь, и здесь побывала, что ли? Это, сука, син-сапёр этот. Ебанатша, блядь. Да, повезло нам, что мы тут были. Вообще, блядь, такое везение просто охуенное. А я от счастья сейчас кончу просто. Где журналы какие-нибудь, как с болотниками драться? Пиздец, блядь. Не, я мог бы тут минами наминировать, но мне, сука, так лень это все делать. Пошли они нахуй просто. Сука, и дробовик-то этот говёный, не урона, блядь, ничего. Крит у него быстро набирается. Залупа, блядь, у него набирается. Нихуя подобного, нет никакого крита. Два выстрела, блядь, и все, и у меня ОД заканчивается наглухо. Это что там, коготь смерти, что ли, ходит? Ну, коготь смерти, это хуйня полная. По сравнению с этими, бля, мразотными болотниками. Чё ты это? Варвара его одна порвет, наверное. Что-то у меня такое чувство, что меня сейчас снова оприходуют. О! Чё за хуйня-то, Делать что-нибудь нахер. Да, в этой части новый, короче, супермоб, блядь. Да короли болотников, походу. Потому что когти смерти что-то резко перестали, блядь, наводить на меня ужас. Я даже не знаю, они, блядь, силовой атакой больше дамага наносят или
Или, сука, своими гамма-лучами этими ебучими. Может, это из-за того, что у меня батарейка севшая. Чё он тут летает? Ну, он вроде... Дождь пошел. Все как будто хорошо, но только дождь пошел. В кого он стреляет? Супермутанты тут какие-то? Дворец металлолома. Нет, тут рейдеры по любасу. Тьфу, блядь, эти супермутанты. Все в мясе, когда это супермутанты. Сейчас я запрыгну, блядь, ты пожалеешь, ёптую мать, что ты тут... Свой пердачок, блядь, отсюда не унес нахуй, на своих зеленых ножках. Черепашка-ниндзя перерос, так, блядь. Все, уже и руку с брони отстрелили. Вообще нормально. И ночь наступает. Ничего не видно становится опять, ёб твою мать. Быстро тут вечереет так. Внезапно. Мясо от дутня. Мясо кротокрыса заебало уже это. Блять, опять взлом. Ну охуенно вообще. А? Так, довоенные деньги, котлы, патроны, патроны. Такие сейфы неинтересные, бля, в этой части. У них только одни патроны, по сути, попадаются. Еще высаю, десантника высаживаю, ёпта. Ворота, где ворота-то? А где основное здание этого дворца, блядь, волшебного? Вот оно, наверное. Патрон. О, мясо дутни мутанта, вот это заебись. Супермутант-мясник. Посмотри, какой. Ну, после, естественно, болотников этих. Что-то у меня там перевес, что ли? Ну да, все сломалось, да, бурбон. Ну, я так понимаю, что когда ты в экзоскелете лазишь, вес, ты смотрю, ты побольше можешь таскать вообще, намного причем. В общем, у меня стимуляторов мало остается. Надо лечиться уже. С помощью журнала. С помощью журнала, как есть, блядь, пищу из Чернобыля. Эффективнее на 50% ее заглатывать. Скончался. Хуяк? Чё спиздило-то, ёб твою мать, заебало ты так делать. Крыса, блядь, ебаная. Показывай, что там был. Клинок Пикмана, это я ей дал. Ёмкий дикий, гладкоствольный. Чё ты, блядь, где ты это нахуй заебало, блядь? Ай, блядь, всё же не стреляешь. Дрын какой-то. Еще дрын. Дрын-дын-дын, топор Грогнака, блядь. Ядерная батарея. О, дай-ка вот это сюда, блядь. Ты один хуй лазерами не стреляешь, зачем тебе? О, ништяк, это что было? Давай дорогу. Да ну нахуй. Отлично вообще. О, такой миллиметраж вообще автоматический лазерный кусок говна. Че это хлопнуло? Ты че еще скажешь, что ты? Скажешь, что ты еще, блядь, по ящикам стала лазить. Лохмотья супермутанта. Хереть. Че у нее, на что у нее время есть? Я даже не успеваю читать. Интересно, пора менять уже батарею-то в этой в броне или нет? Зачищено это говнище? Зачищено. Задрищено, ёптать. Все. Последний рывок, и мы у цели. Сука, это так похоже на яйца на столбах висящие вот эти вот мешковины. Давай, давай, прыжочек, прыжочек. Осталось-то. Осталось-то еще слетать, броню починить, потому что, блин. Всякие, блядь, легендарные болотники их. Ушлепная родня, просто ее растерзала нахер.
Оптимуса Прайма так ни в одной части не драли, а он однажды даже помер в мультике. Вон там какой-то чувак стоит, по-моему, да, что-то держит, или это пень такой вырос. О, вот она. Это такие синты, что ли? Штурматрон? Получи с дробовика, мощь. Кейт, походу мы потом тебя проведем сюда. Ёб твою мать. Блять. Нихуя меня сдуло. Ебать вообще. Это, блять, уникального. Чё за нахуй долина такая, жопа разрывательных мобов тут? Коготь смерти — это, блядь, самое, походу, безобидное, что можно встретить вообще. Ну нахуй, я, наверное, сюда адски рано пришел, тут просто рвут жопу. Ну не мудрено, ёптать, от меня тут мало чего от меня сюда пришло. Две трети силового костюма остались где-то, блядь, по дороге. Отвалились. Там даже что-то бегает, смотрите. А, это дутень. А это что там прыгает? Припрыжку, блядь, ты что там скачет такое? А, штурматрон еще один, смотри. Откуда они тут взялись-то, не было же. Ты дутни-то убила этого ебучего или что? Интересно, штурматрон потерю крови от ее ножа получает? Вон он. Ну, пойдем, блядь, разберемся, пока он один. Это давно у меня эта пушка, блядь, стреляет очередями. Что это за оружие вообще? О, критом-то даже еле что снял вообще. Одного-то мы одолели, не вопрос вообще. Спать, сука, тварь. Электросхема, катушка, ядерный материал. Ёпта, нихуя с них что падает. Ладно, короче, чуваки, в следующей серии пойду штурмовать, наверное, все-таки эту, блядь, берлогу. Это рассадник штурматронов. Починю когда? А, послушник братства, а ты-то что здесь делаешь? Жетон братства стали. Форма братства стали. А подробнее, что дает форма? О, ебать! А, это, наверное, вместо брони. Я так подозреваю, да? Блять. Одежда. Да ебаный ты, сука, мультиклик. А, у меня на мышке мультиклик включился, сука, говно. Но зато по нескольку выстрелов. А, смотри-ка, вместо комбинезона. Или нет? Блять, да вылезет из этой залупы. Да, это как броня. Нахуй это нужно, говна кусок. Все, короче, в следующей серии буду разбираться, кого тут мочить, кого не мочить. Так что жмите, что-нибудь пишите и все такое. Блять. А, да, по скриптам короли болотников, пидорасы. Что тебе надеть, блять? А ты что в силовой броне? На танцы собралась, что ли? Пошла в жопу.